подарок к Новому году для горожан. Автобусный парк пополнили 3 белоснежных МАЗа 203. Обновленная модель оборудована всем необходимым для комфортной поездки. Особенность автобуса в том, что это первые автобусы, которые сегодня идут с видеонаблюдением, которые установлены на заводе изготовителей. Стоит 4 камеры, одна камера заднего хода и 3 камеры на всех дверях на выходе и входе в автобус, что позволит не только вести подсчет пассажиров, ну и видеть реакцию нашего водителя и реакцию наших пассажиров и решать спорные случаи. По последнему слову техники, кроме всевидящего ока, в транспорте предусмотрены кондиционеры для удобства как пассажиров, так и водителей. Позаботились и о людях с ограниченными возможностями. Для них пандусы и специальные места. Всего в салоне просторно расположено 26 посадочных мест. Сиденье комфортное, обзор хороший. Здорово, что создаются такие комфортные условия для работы, для водителя. Сейчас в распоряжении парка 160 автобусов. Состав обновляется каждый год, и это позволяет повышать качество транспортного обслуживания в городе и за его пределами. Данные транспортные средства будут задействованы на таких маршрутах, как пятерка, шестой маршрут, девятка, ну и, естественно, и других, потому что парк разделен на несколько бригад. Обслуживают определенные маршруты. Ну и должна быть какая-то взаимозаменяемость. Белоснежные новинки уже курсируют по городу. В планах на 2024 приобретение еще 10 современных средств передвижения. А пока пассажиры с комфортом могут отправиться навстречу приближающемуся году дракона. Елизавета Липеева, Станислав Чичерин, Дмитрий Шевцов, Бобруйск 360.